Если вы считаете то, что Владимир Путин войдет в учебники истории со знаком плюс, я бы здесь и вас, и его бы разочаровал. Если вы считаете, что старая добрая агрессия, насилие, репрессия на уровне Северной Кореи или Сталинского Советского Союза – это победа, с точки зрения экономического роста – это катастрофа. Любят ли Владимира Путина его сограждане внутри страны? Честно говоря, я думаю, что нет. Он разрушил жизнь многих людей, как простых людей, так и вот тех самых богатых людей, о которых вы говорите. Любят ли его люди, которые хотели победы над Украиной? Вряд ли. Он проиграл войну в Украине. Любят ли его граждане других стран мира? Ну, такие опросы, к счастью, есть, и мы видим, что они его считают кем-то вроде Гитлера. А победил ли он в том смысле, что он построил успешную модель для подражания, вошел в учебники истории как великий лидер? Нет. Я думаю, что действительно в будущем люди будут вспоминать Путина так же, как они сегодня вспоминают Адольфа Гитлера. Ты не Петр Первый, ты Адольф Второй. Примерно так уже сегодня воспринимают Путина.